хорошую лопату. Он говорит, ну ладно, я буду мыть лапы перед едой. Я говорю, Вася, твои лапы тихо что делать? Он куда-то со страху спрятался, вы не видели туда? Тихо, то снимите с меня трусы вместе с мамой. Вот мой Васька! Котик мой красивый! Классный! Знаете, что он любит делать? Он любит всех нюхать и узнавать секретики. Привет! Говори мне свой секрет! Говори! Идёте?